Как любой мужчина, я люблю мясо. Много, вкусного, правильного. В нашей стране, к сожалению, с выбором мяса большая проблема. Но теперь я надеюсь, что эта проблема будет решена, потому что, по крайней мере, здесь я вижу очень большой ассортимент правильного мяса. А это очень важно в приготовлении его. Ну, например, сегодня на ужин меня ждет хороший говяжий стейк, причем минимальной прожарки. И еще я видел, что тут огромное количество всевозможных соусов, а это для мяса тоже очень важно.